Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Хардстоун. Катаем аренку. Так, будет ли завтра стримчик, спрашивает Костя. Да не знаю, вообще, наверное, навряд ли. Сегодня тоже так спонтанно Юля попросила постримить. Как бы я говорю, окей, и как бы... Так вот оно все и поехало. Сейчас я еще решил постримить. Вообще сегодня-то тоже я не собирался стрим делать. Ну ладно. Так, служитель земли, хорошо. Консекраха тоже. Но я все-таки служителя выкину. Не нравится он мне. Блин, лучше поставил служителя. Но если это не фейс, не рашам, то у нас есть шансы. В противном случае шансов нет, конечно, с такой рукой. Стартовой. Так, ну хоть колотушка гнева пришла. Это уже хорошо, можно какого-нибудь там крошера закрыть или еще что-нибудь. Уже более-менее. Так, собиратель пошел. Собиратель пошел, так. Не, в принципе, нормально, пока выставляемся, нормально. Пока более-менее. Вот это у тебя, конечно, экстравагантная колодка. О, а чё, мастер ковки этих? Давай, пошёл. Не-не-не-не-не. Мне нужна сталь. Ой, жду приказаний. Вон, сейчас этот в этого попадет и разменяется. Если попадет. Ну, а если не попадет, то... Да зараза, чё они у него не бьют так, как... Не, вот скотина, а. Это я не ожидал, конечно. Огр тяжелого пошел. Сейчас будем выставлять тяжелые существа. Блин, ну конечно вот это вот то, что у него эти чуваки так четко бьют, это немного напрягает. И таун тотем немного. Да ну ладно, ну хорош, а. Да задолбали, но они же должны с 50% вероятностью не бить, у них это хрень. А он четко бьет ими. Ну что это такое, а? В какие-то не в дугу вообще. Вообще не в дугу, ребята. Что мне делать? Давайте поганище выставим, чтобы там этот закрыть вопрос. Поганище выставим. Ага, решает разменять вот так. Нормально, в принципе, чё. Вот скотина, еще и дракона достал. Да вы блин беретесь. А этот еще и хилит, зараза. Луна свет не падет. Жду приказаний. Луна свет не падет. Животин. Че, ты так будешь взрывать ловушку? Да задолбали, ну блин, ну в конце концов, ну это просто какой-то лютый трэш. Четыре, ну хоть так, кстати. Ну,
пока лопать ничего смысла нет. Не, ну это просто какой-то лютый, лютейший вообще трешак. Блин, да ты тварь, а. Просто у него эти огры сыграли, ну, мать его, идеально. Ну, так не бывает. Не, 6 надо оставить. Надо, наверное, сделать... А кто там меня захиливает? Вот этот на 7 единиц, да, может, в принципе, в теории захилить. Ну, чисто теоретически. Извини, что так произошло. Вот же мразь тупорылая, что-то нашел, да? А зачем ты тотем играл? Лавовый шок. Еще лавовый шок. Че, я только не говори. Же тупая шляпа. Но это оказался Рашаман, мы его почти остановили, ну, но не дотащили чуть-чуть, нет, ни чутка не дотащили. Может, если бы я сыграл этого, и он бы хильнул, был бы шанс, но... Ладно, хрен с ним. Малфурион. Я должен защитить природу. Грязевик ледяной. Вот тут вот мне, кстати, нравится. О, ментальный. Ну, ментальный, конечно, так себе в начале, но я все равно его оставлю. Вот сейчас старт у нас хороший. В принципе, можно попробовать взять этот раунд. Вполне можно попробовать его взять. Решил раскопать карту себе, ну окей. Чё, такую хрень раскопал, что выбрать не можешь? Или все настолько крутое, что выбрать не может? Интересно. Вот там мумиё какое. Так, давайте, наверное, грязевика сначала поставим все-таки. Потом этого. Ну, просто если я этого поставлю, он его сможет сожрать обликом. Фак, грёбаные, ненавижу вас, эти раздражаторы. Типа, почему-то мне даже не предлагали раздражатор. Ну а чё, он одного раздражатором, второго силой героя. Чё-то так и порешим. Что же мне делать? Так и порешили. Вопрос, что мне особо нечего играть за 3 маны. Сейчас. Ну, только добрали по... Что, серьезно? Так решил? Решил пойти в лицо? Ну это зря, это я сохранил этого чувака. Это я этого чувачка сохраню. Ну, 3-1, конечно, но все равно нормально. Да ты задрал. А, ну хотя это хорошо, если он сейчас решит будет размениваться, но он не решит размениваться. Он, наверное, заберет этот и пойдет в лицо собака. Да, он пойдет в лицо. Так. Но у нас есть, в принципе, неплохие шансы раскрутить вот этого мулока. 3-4, если там нет свайпа. Ну или что-нибудь, чем он забирает. А там этого нет. То есть очень даже ничего. Что
приказаний. О, ништяк, Мурлок-полководец. Мурлок-полководец, это хорошо. Вот это нормальная тема. Банзай играешь? Ну все, это мы выиграли. А с другой стороны, может, и не выиграли. Не, мы сейчас сделаем вот так вот. Я даже не буду призывать этих мерлоков. Мы просто ему засадим кучу дамаги в мордаху. Этого заморозим, чтобы он не убил моего призывателя мурлоков. А, ну все, ГГшечка. Чувачок, ГГшечка. У нас сколько? 10, да, у нас 17 ДМГ. Мы тут, естественно, забираем его. Так, да. Ну, он, собственно, законсидился. Так, хорошо, замечательно, 2 на 2. Не, ну это, конечно, все равно слитая арена. Ну, хотя бы не в сопли, не на 0-3. А, так, 2-3, там, 3-3. Сколько сейчас получится? Короче, две победы, хотя бы хоть что-то. Вот. Утер и Джайна. Джайна и Утер. Ой, а вот это плохой заход, ребята. Очень плохой заход. Так, я Стражи Луна Света оставлю. Хотя бы четвертый дроп. Хотя самопожертвование грязевик это несколько как бы исправляет ситуацию, скажем так. Прошу прощения. О, а что-то Джайна как-то не торопится разыгрывать этот. Что ж у нее там за колода-то? Ну, в принципе, нам такое положение дел на руку, поэтому... Секрет. То есть, вы хотите сказать, что там отражёнка, да? Ну, я почему отдал пантеру? Потому что пантера может разбиться об мой ложись. И как бы... Ложись! Тут вопросов не возникнет. Не трогай свечу! Кобальт. Сжёг пантеру с помощью кобальта. Так, у меня 4 маны, да? Монетку пока оставим, черт с ней. Может быть, на следующий ход этого сыграем командира авангарда. Вот. Так, что он будет отдавать? Не будет отдавать. Походу будет отдавать. О, заморозка тоже тема. Отдает кобальта в мой секрет. Нормально. Ну, в принципе, нормально. Не ставить свою пантеру. Так, окей. Ну, я что думаю, сыграем просто вот так вот стражника у нас света, да и все. Вот. Зачем нам торопиться? Монетку попридержим. Так, консекраха подошла. Ну, давайте, наверное, заморозку поставим. Я не думаю, что тут есть резон ее держать. Пока заморозим крошера. Интеллектом добирает карты. И тратит фаербольчик. Ну, кстати, хорошо, что фаербольчик. Вот это он потратил.
Так, давайте мы, наверное, доберем вот так вот. А хотя, с другой стороны, что я потом сыграю? Грязевиком. Не хочется отдавать инициативу, понимаете? Ладно, давайте глянем, что выпадет грязевиком. В принципе, фигня выпала. Давайте сыграем вот так. Из монетки призовем второго кода. Вот. Есть вариант, что у него нечем зачистить будет, поэтому мы, может быть, еще одного кода призовем. Ну, то есть один фаербол он отдал, там, поэтому как бы... Ну что, начнем? Урон от заклинаний. Так, и чего? И все, да? Ага, понятно. Ну, здорово. Жду приказаний. Ронард Скол! Победа или смерть? Тихое стадо! Так, урон от заклинания убрали, коды стоят. Ну, пока все хорошо. Снежная буря, хорошая зачистка, тут базара нет, идеально. Практически идеально зачистил, сейчас, наверное, еще пинганет или... А, ставит своего это. Ладно, так, значит, так. Давайте заспамивать. Жду приказаний. Можно, кстати, кодика хильнуть, в принципе, тоже нормальная тема. Пока так. Надеюсь, у него второй зачистки нету такой ауешной. Надеюсь. Хотя, может быть, и есть. Почему ее у него не должно быть? Вот, собственно, пошла та ситуация, которую я бы не очень хотел, чтобы она шла. Так, ладно, две маны. Дайте, наверное, сейчас сделаем вот так вот. Ну, как-то пытаемся мы откидываться, размениваться. Моя самоволка взрывается очень редко. Победил, вот зараза. Моя самоволка. Да ты за подожди. Опять победил, вот же зараза, а. Я мечтаю быть похожей. Да подожди, ты мечтаешь, она мечтает. Ты не мечтай, мечтать оно, знаешь ли. 3-3-6-11, да? Мы тоже выиграли. Так, ну я все-таки думаю, что резонно вот так разменять, а дальше мы пойдем в морду. Наверное, вот так вот сделаем еще. Вряд ли он сможет. Ну, если только там волна огня не топ-декнулась. Потому что если топ-декнулась, ну, не топ-декнулась. Он бы туда не наводил. Вот. За нас, Жатар. На нас, Жатар. Размен, размен. И, в принципе, нормально. Люблю налет. Тикс. Ну и что ты с этим теперь будешь делать, маг? Не, смотрите, жили вот кольцо льда было. Может быть, там еще секрет на неуяз потом появится. Кто знает. Вполне может быть этот секрет. Оруженосец, со мной! Я готов, сэр. Ну, все равно, что ему тут ловить? Оруженосец, со мной! Я готов, сэр. Жду приказаний. 8-8. Что тебе тут ловить? Тебя уже... ну, его только волна огня спасает. И то.
Не, ну волна огня, наверное, 4-4-8-2. Да, волна огня будет послушать. А чё ты дерёшься-то? Жду приказаний. Прилив, начинай! Нокаутирующий удар такой, ляп. Так, ну отлично, в принципе, 3 победы сделали на арене, уже не зря на арену пошли. Так, ладненько, я тогда на этом этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни, а с вами был Шашлык.